Приветствую вас, друзья! Приветствую вас! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова и... Борис Маркелов. От всей души и от всей своей большой структуры, от всего сердца хочу поздравить наш международный проект Whole World с 6-летием. Много это или мало, я не знаю. Мне кажется, что это достаточно, потому что я не знаю проектов, которые работают столько лет. И я в проекте работаю с 2013 года, и мне он очень дорог. Почему дорог? Ну, во-первых, мы делаем добрые дела, детям совершаются дорогостоящие операции. Во-вторых, я нашла здесь своего мужа, свою судьбу. Ну, а в-третьих, мы купили просторную квартиру и сделали здесь ремонт. И это уже не первая наша квартира благодаря этому проекту. Потому что наш проект помогает поправить финансовое положение. И еще он передается по наследству, что очень важно. Наш проект очень много копирует. И копирует не в лучшую сторону. То есть люди теряют деньги. И из-за этого в проекте вот создается такое впечатление, что проект называют лохотроном пирамиды. Но прежде чем так называть, ребята, надо сначала разобраться. Надо сначала спросить у знающих людей, либо найти правильную ссылку на этот проект. И прежде чем доверять тем ресурсам, которые существуют в интернете, и определять лохотрон, не лохотрон, пирамида, не пирамида, лучше наберите проект «Всем миром». На главной странице у вас будет написано, что проект работает с 2011 года. И на главной же странице будет все о проекте. Проект работает уже 6 лет. За это время наш проект продвигается все дальше и дальше. С недавних пор мы перешли на новые платежные системы, и дальше будет только лучше и круче. Поэтому от всей души еще раз поздравляю, хочу пожелать творческих успехов и двигаться только вперед. И пусть этот проект просуществует еще 100 лет, а может и больше. Я в этом уверена. Спасибо всем, кто создал такой уникальный проект, и долгие лета, как говорится. Пока-пока. Всем привет.